Ja. А, как-то кругами идет. Видимо, есть контакт. Есть контакт, Тимчик, выбери свой воблер. А вот он как раз. Как раз. Добрый день. Толян, привет. Ага, спасибо. Ой-ой-ой. Сегодня третья, но вообще-то очень погано. Вот. Так, точно? Сколько лет, сколько зим, ёлки-палки. Да, то зимы ж не бывает нормальной. Там вроде бы на цю передают. Будет, да? Так трубу кто-то выкопал. Украл. Давно не было. Да. Ну вот это ж катаемся. Хоть щучку. Трошки есть. Да, да, в этом году второй раз только выехали, то на карасике были. Да? Ага. Леночек, карасик, ну он есть, ловится вот. А вот с щучкой плохо. Не, вчера пасмурно было, так проклюнуло чуть-чуть. Ну, так попадается. Все тут не зацепил? Не видели. Нигде. Работа будет. Да. Ой, как я рад, что увидел. Где я? 100 лет не виделись. Ну хорошо. А что остальные там? Вова, да? Игорюня же помер. Да. Да, ну уже года 4, да? 15. Да. А Вова уже все, на рыбалку не ездит. В старый. Да я же уже старый. Молодцы. Ворушиться надо. Да. А дома сидите и ждут. Да. Да не сидишь, чтобы пахали. Там лодка есть, все. Что мы только сюда подъехали? Нет, вот только зашли. Вот. Нет, там не видели. А в садок, с той стороны в садок? Ну, это ж садок. Вот это садок, угол, угол, да? А то ж крамарин. Ага, да. Ну, в садок туда заезжала лодка, да. А тут нет, не видели еще ничего. Это тут, то есть, где вот эти вербы, это пробабушка моя жила, оказала. Да? Да, ага. А папа дальше. Ага. Тоже по цьому острову. А это как островок, да? Да. Ага. Я помню, что позарастало же оно все, правда, да? А вот это типа свинарник называется, да? Все свинарник. Вот это, да? Был, да? Ага. Офигеть можно. Ну я не знаю, это здесь не у папы. Да. Бабушка его це отут и вот тут, в этом еще. Ага, ты. А папа дальше, за тими деревами. И потом она посносилась или как? Ну да, сносила и потом уже затопила. Ага. Да. А лес тут был, не? Ну, цей лес был. Цей старый. Цей старый. А школа то называется? Это там школа и была, да? А там фундамент вы не бачите? Да, видел. Камешки там, да, валяют. Нет, там такий цоколь десь. Хороший, да? Десь вот такий. Ого. Такий. Так тоже сносили, да, ее? Ну да, разбирали школу. Ого. Да. Ну добре, да. Здоровья. Да, ой, спасибо. Вам также удачи во всем. Спасибо. Так, Димчик, давай. Погрузим ее, да? Камера у меня включена, да, Димчик? Да. Короче, снял я. Ну, с ними он такой не полетит.
Да. Знакомый наш рыбинспектор. Ну вот, смотрите, ребята, щучка неплохая, закилошник хороший такой. Это уже у меня тут бомбануло. Это сегодня первое. В такое солнце, в такую эту погоду она, блин, ни хрена не клюет. Вот. Ой, зато кусается хорошо. Эх, подсушили ее немножко, да? Пообщались. Зато со старым знакомым пообщались. 100 лет не виделись. Ну, у нас хорошие отношения были. Так что вот такие-то дела, ребята. Ну ладненько, поехали. Вечером, может, она все-таки клюнет. Вот уже 3 штучки как бы есть. Вот.